Масленичная неделя началась в этом году 24 февраля и продлится до 1 марта. По традиции хозяйки пекут блины и устраивают застолье перед началом Великого поста. Жители Басарабяски не исключение. Но это пока масло-сырная неделя. Мы кушаем все молочное, это все нормально. Это постепенно уже, постепенно будем переходить, чтобы кушать уже даже и молочное, отказываться от молочного. Но это нормально. Лично для меня это прекрасно. Обязательно. Блины, чтобы были такие тоненькие, с пупырышками, очень люблю. Я вообще ничего не готовлю, потому что я одна. Когда была семья, делала и очень много рецептов знаю блинов. Блинчики с творогом, с печеночные делаем, и такие, и на сметане, и по-всякому. Каждый раз купляю хорошо молочное. Как правило, в это время на рынках увеличивается спрос на яйца и молочную продукцию. Да, спрос увеличивается, больше берут творога, больше берут масла сливочного, больше берут молока и сметаны, потому что больше делают блинов, но не только блины делают, в селах еще много распространено плацинды делают, как бы это тоже на масленицу идет. Сыр еще идет лучше. По словам хозяйки магазина, цены на молочку в масленичную неделю не меняются. Цены как были, так и остались. По ценам также все остается. Молоко от 13 лей и выше. Это молоко у нас украинское. Творог 45 лей килограмм у нас круглый год. У нас творог фабричный. И цена на него стабильная всегда идет. Масло сливочное, если на развес, от 45 лей и выше. До 120. И сметана в баночках есть, в ведерках. Есть 17 лей, 18 лей, 30 лей большая на целый килограмм. Масленичную неделю также называют сырной. В эти дни все православные христиане едят много молочных продуктов, сыр, рыбу, яйца и готовятся к Великому посту.